встретил женщину, похожую на сон. И мне казалось, что давно знаком с ней. Быть может, видел ее в призрачном былом и рисовал ее портрет себе в прошлом. Порой она похожа на бутон, что ароматом увлекает в бездну. Я чувствую в ее глазах огонь. Мне хочется обжечься и исчезнуть. Я встретил женщину, ее мне не забыть. Ее глаза лукавы и печальны. Ее улыбка тоненькая нить надежд больших и разочарований. Мне трудно разобраться, кто она, зачем мы в этой жизни повстречались, и почему смотрел я на нее, и почему тогда мы не расстались. Быть может, это только лишь весна, ведь временны бывают увлечения. А может, эта женщина — судьба, и между нами сила притяжения. Я думал, что смогу ее забыть. У силы воли я прошу решения. Да, трудно отрекаться, не любить, когда такая сила притяжения.